О, привет, народ. Аваю. Вон Даша парфюмчики нюхает, магазин бренд Фую. Вот, рассказывали, мы уже как-то были в Дубае, сейчас в Иляне. Вот смотрите, просто цены. Все цены делим на 3, 6, 8. Ну, допустим, Наташа вернулась в этот магазин за Сальвадором Дали. Знаем такие духи, да? Если знаете, пишите. Не знаете, мы расскажем. 40 дирхам стоит. Ну, вообще, меньше 10, ну, 10 долларов, 11 долларов где-то. Вот, чтобы вот еще вам сказать. Вот, допустим, Дольче Габбана такие, да, 250. Это сколько? 100 миллилитров. Такие 150 миллилитров. Что вам еще показать такого интересного, чтобы вы знали? Не-не-не. Ну, вообще прикольно, вот. Хорошие такие здесь парфюмы продаются. Вот там, допустим, Давидов Cool Water есть. Я их показывала просто в прошлом. Дольче Габбана такой, Guess. Окей, Guess, смотрим. Стоит 85, 100 миллилитров, да? Вот такой есть по 75. Ну, это как такой дьютик, только он находится не в аэропорту, а находится у нас в Иляйн-Моле. А есть также он в Дубае. Повторюсь, видео там мы уже делали. Ну, как сувенирчики, конечно, прикольные домой привезти. Ну, вообще большой такой. Есть вот шертицы по 19, прикольные, футболочки по 19. Ну, там дальше вдалеке кроссовки, там много их. Сейчас постараюсь увеличить, я все еще на костылике. Это я, привет, я с костыликом, с одним уже передвигаюсь. О, Наташа там сзади. Пойдем к Наташе. Всякие месты вкусные по 25 дирхам. Месты — это такая вот как парфюмерия, разбавленная с водичкой. Она очень классная, я люблю такими брызгаться. Они как раз нормально на физкультуру, на тренировки, они не тяжелые. Но борщики хорошие какие-то. Но я не знаю таких вот конкретно брендов. Если вы знаете, можете написать. Ну, идемте к Наташе. Хоть я не сильно могу двигаться, но пойдем побыстрее. Что-то интересно не пропустить. Эти вот зернышки кофе стоят. Очень удобно. Понюхал и можешь дальше продолжать нюхать ароматы. Так, что там Наташа уже в этом? Вот так сразу показываю. Кельвин Кляйн 100. Это стоит 27 долларов. По 24 месты. Классный подарок. Что ты пробуешь, расскажи. Боже, такой даже фирмы не знаю. Чего, Элисап? Народ, вы знаете, сколько тут 90 миллилитров, 310. Ну и как, что скажешь? Надо, чтобы развеялся, не могу сказать. Угу. Вот мне ход кутюр понравился. Саваш, ожидаешь. Ну Саваш так приличненько стоит, 490. Монблан. Есть хлоя 220, есть хлоя 330. Little powder. Yeah. Классная девочка, контактная, общается нормально. О, духи Феррари. А кто пробовал духи Феррари, интересно? 110 стоит. Побрызгаешься и будешь такой же быстрый, как Феррари. Вопрос, надо ли это с женщиной на свидание, быстрый, как Феррари. Так. Я хочу вот этот. О, а вот то, что мы тогда покупали, сколько мы был этот? Я не помню, покажи, что мы покупали. Ну, вытаскивай, что это у нас такое. Роберто Ковали. О, Роберто Ковали. 140, но нормальная цена, кстати. О, а это сколько? 160? Версаси. Видите, сколько вариантов Версачи? Делите на 3,68. Nice. О, вот такой я люблю. Вот мой любимый Версейд. Вот, Allure Home Sport 525. Yeah. Ну да, он столько стоит. For home whistle, for sure they will buy this. It's 150 only. But outside its price is above 400. I don't know. Maybe after time. No. Говорит, so здесь 150 чи 160 стоит, а везде стоит 400. Томми Гео мы покупали, по-моему, в дьютике в аэропорту или в самолете в самом мы покупали, да? Интересно. Мы покупали 100 дирхам, акция была, 27 долларов. Ну, это давно было. Мы даже два класс, купили. Класс, обожаю его вообще, такой классный. Вот имя Томми Гео. И ты тоже любишь? Да, я брызгаюсь иногда. 160, я не знаю, сколько он сейчас стоит. Нет, сейчас хорошая цена, не знаю, будет ли уже такой распродажа. Ну вот, народ там, кто духи любит, смотрите, кстати, вот Гуччи есть. Ну, Гуччи недешево, кстати. Опять-таки, делите цену на 3,68, заходите в бренд For You. Есть магазины бренд For Less, есть бренд For You, везде классные цены такие. В
вкусненькие, как в аэропорту в этом. Как в дьютике, короче. Не, мне кажется, дешевле, чем в дьютике. Дешевле, да? Ну, тут такие старые, как бы, порции. Ну, которые, кстати, найти в дьютике тяжело, прошли, да? Прошли Крым, Рим и это, и время, проверенное время. Знаешь, когда оно все вместе, так пахнет. Ничего плохого, кстати, когда все вместе. Все, пока. Ну, что, сегодня это. Твой выбор только, да. Сальвадор Дали за 40 дирхам. Прекрасный выбор, кстати. Это вообще что-то за 50 миллилитров 40 дирхам. Это реально шар. Ну, это $11 или 400 гривен. И он мне так нравится, он такой... Расскажи чуть-чуть про него. Морской, свежий, и знаешь, вот как... Мне очень нравится соль. Фотка. Я не знала, как пахнет соль, реально вот сказать, что соль... А он Солен Сан называется? Си. Море. Море и солнце. Солнце в Кадакёре. Море, солнце море, и вода. Солнце в Кадакёре. Кстати, классно, никого вы нет. Мы зашли, начало мало людей. Начало 2000-х, наверное, или 10-е, даже не знаю, какие года. Мы прямо у меня маленькие, мы купили когда-то в каком-то... Дубаю, такой 6 миллилитров вообще меня. А, да, ты мне показывала. Прямо, ты что, класс. Супер. Ну все, идем на кассу. Да. И вот мы уже в фудкорте. Смотрите, как, кстати, кулечек. Не кулечек, а такой, я даже не знаю, мешочек. Он из чего он сделан? Из тряпки. Он такой няшечный, это такой прикольный. Это нетканное волокно. У меня мама очень любит, когда я такие... Привожу, она документики туда складывает. Так, распаковка. Пока мы ждем еду, заказали вот в той кафешечке. Сейчас увеличу. Эль-шеф Эль-Шами. Я уже шуршу. Ты уже шуршишь. Итак, распаковка в фудкорте. Вот магазин. Brand for you. Прорекламируем немножко. Все уже с ума сошли, да? Сидят там, где люди едят. Они духи открывают. Ну, открываем. Хотим и открываем. Ставьте что-то лайки я... и вместе с нами нюхаем. Мятенький взяла. Надо пойти вернуть. Ну что, картон? Шутка или вернешь? Это магия. Так, наша коронная фраза. Это магия. Картону претензий нет. Покажите. Наклоните. Покажи, не так как. Ого! О, так это прилично. Ну, а у тебя такой маленький тюбичек, сколько там? У меня 6, по-моему, миллилитров. 6, мне даже кажется, там 2 миллилитра. В форме губ такая маленькая миниатюрочка. Так, картон хороший, чистый. Не, ну не... Вот там день рождения, там happy birthday to you поют. Ого, это всех накормить? Да ну сейчас, обождите. О, у кого-то там день рождения. Ну что ж, днем рождения. Пока Наташа нюхает. Ну давай. Наташа сидит и играет. А что ж я нюхаю? Я не буду брызгать, ты что? Не будешь? Люди едят. Ой, я думала, расскажешь нам. Та, которая не будет, да? Поставьте Наташе лайк. Брызгает хорошо. Ну что, чувствуешь солнце и море? Я чувствую какие-то там... фрукты здесь. Подождите, что здесь написано? Sea and sun. Да, море и солнце. Ой, и я чувствую, знаете, свежесть такая, свежесть морская такая вот. Морская, офигенная, классная свежесть. Ты знаешь, оно сейчас начинается жара уже такая хорошая, и реально я вот нюхаю, и они мне вот просто вот с этой жарой... Класс. Класс. Ну, а да, что-то я помню, другая упаковка была мне такая. А вот такой носик и губки, это плохо было видно. Ну, это же знаменитые носы и губы Сальвадора Дали. Вот у меня как раз носик и губки, вот такая миниатюрка. Вот сделаны губы. Вот даже ни в коем случае выбрасывать. Не знаю, мне так нравится это. И такой цвет, да, синий, красивый. Да, прикольно. Ну, поверни по сторонам. Там тоже такие же. А да, вот еще подпись, наверное, Сальвадора Дали. Ага. А, это еще и выемка. Это я только сейчас, слышишь, я не поняла, что это выемка здесь. Прикольно. Ну, я довольна. В общем, за 11 баксов ты очень довольна. Это возвращение в 2000-е, да? Я не знаю, в каком году, 90-е, 2000-е его сделали, придумали. Ой, как он мне нравится. А мы сейчас ждем еду и тоже покажем. Я могу сейчас чек показать, куда я чек делаю. А здесь, как мы еду будем... забирать. А я не знаю, где ты чек делал? А, вот он. На моей сумочке. Почему? Вот он. Я уже думала, что а все ты же оплатила карточкой, как будем забирать? Молча. Так, что мы заказали? Две шаурмы. Шаурма стоит 8,50, по-моему. И тарелочку с фаляфелем. Фаляфель показывали вкуснейший уже. В Эляйне тарелочка стоит 12 дирхам. 4 ого, фаляфеля. 4 на 12 это... По 4 дирхама. Больше доллара по 1 3, фаляфель. По 3, как же? 4 штуки. 12 на 4. А, да. Ну, у меня плохо с математикой. 3 это... Друзья мои, я не математик. Ну, про физкультуру не жалуюсь.
все, сейчас пойдем заберем. А я довольна. И покушаем вам на камеру. Довольна, реально. Боже, уже столько этой парфюмерии, ни к чему рука не тянется. Иногда, так знаешь. А вот это вот опять. Наташа довольна как слоник. В общем, вы тоже ставьте лайки и пишите, ну, нравится ли вам этот аромат. Вообще, вы пробовали этот аромат или нет? Именно этот конкретно. Я хочу сказать, просто вот там еще второй магазин. Мы были на прошлой неделе или когда там скидки безумные. Внизу, да? Ну да, в этом же моле. И, ну, якобы безумные скидки. Но тем не менее, боже, я столько перенюхала. И вот честно, Но никакого нету, чтобы все сердце замерло. А за этим ты вернулась спустя неделю? За этим я вернулась. Не, я посмотрела, что реально, я думаю, ну 400 гривен, да? Это 40 дирхам, по нашим ценам это, ну... 11 долларов, но... Даже еще, может, и меньше. Вообще, я как бы не видела что-то такое крутое за 11 долларов в дьютике. Не как припомню. 100 миллилитров, я посмотрела сейчас на нашем сайте, то стоит 1300, по-моему, гривен. На каком сайте конкретно? Ну, у нас. Не буду. Чего я буду рекламировать? Когда он мне заплатит, тогда я его прорекламирую. О, вот да. Такие секреты от нашего канала. Ну, то есть на украинском. И, то есть, 1300 за 100 миллилитров. Ну, как бы... А это получается... За пол, за 50 миллилитров 400 гривен. Ну, в общем, есть разница. Ни о чем, ни о чем. Что-то кушать не хочется. Ну, можно бесконечно смотреть, как Наташа делает шопинг и несет нам шаурму. Угадай, сколько фалафеля. А, не смотри. Ой, я не, ну, вижу, что больше. Короче, в два раза больше. В два раза больше. Он так пахнет, ура. Ну и всякие вот салатики такие. Водичку вот за 3 дирхама докупили сейчас. И шаурма такая. Ладно, сейчас я попробую, подчавкаю вам в камеру. А вы ставьте чаек, бутербродики, печенюшки и присоединяйтесь. Привет, народ, это я. Довольная, потому что наконец-то будем кушать. Это мой костыль Болик. У меня два костыля, Лёлик и Болик. Я их не отличаю, но Лёлик остался дома. Так, что? Такие вот маленькие мини-салатики им даются. Это маринованные овощи, да? Но я их не очень люблю, поэтому оставляю их Наташе. Да. Я люблю. Что, фалафель пробую. Фалафель, это что у нас такое, Наташа? Ты расскажи, пока я буду пробовать и кушать. Это такое... И у Наташи загрузка, лодин. Это бобовое, что-то такое углеводное. Сейчас я вам разломаю, покажу. Ох, какой боже, я забыла. Это действительно сейчас, бобовый. Как это называется? Он-то они только его сделали. Ох, цвет о, какой классный. Так. Ну, то есть мы говорили по 3 дирхама штука, а получается нет. Это еще по 1,5 дирхама. Два. Что два? 12, 2 на 8 как будет, 16. Ну, по 1,5. Вкусненько. Это нут. Нут, о, наконец-то. Нут. Ура, нут с чесночком, со специями. Да. Мы взяли не одну порцию на человека, а это на двоих. На двоих, да. Я тоже обожаю фалафель. Мне кажется, даже самый вот плохой, корочка. Когда делают, мне нравится. Корочка классная. Ну, он при мне, он просто вот уже выносил горячие при мне. Подождать надо? Угу. Что, обожглась? Это очень питательно, очень калорийно. Ну, в принципе, мы в Эмиратах, да? Это, считайте, национальное блюдо арабское. Шаурма национальное блюдо арабское. Недорогое. Пробуйте, не стесняйтесь. Вкусно. Сытно, экономно. Вот такие советы от нашего канала. Ой, ну не все уже. Сейчас шаурму возьму. Давайте. Распаковка. Распаковка? Вот вы посмотрите, что здесь? Так, мясо есть. Довольно-таки много, по-моему. Я не вижу. Какой соучный. Он при нас так. Что-то он так залепил, что я наберу надкушу, и покажу вам, что там. Так, я с ума сейчас сойду от фалафеля аромата. Картошечка. Да, картошечка. Сюда кладут не только мясо, а картошку, соусы и овощи. Ну, так вкусно. Необычно, но когда картошка, сильно больше калорий. Но вкусно вообще, обалдеть. Просто у нас я не видела, чтобы клали картошку. Сейчас, по-моему, уже начали класть в Киеве. А ты когда последний раз ела? Я вообще не помню, когда я дома ела шаурму. Когда-то ели, когда-то, знаешь, студентами были. Такое, только она появилась. Там. Ага. А сейчас стоило такая там... цена, что... Да. Так, ну вот. И картошка, огурчик, мяско сейчас. Огурчик есть? Угу.
вкусно, офигеть. То есть сочный соус. Вот. Стоит 8,50. Ну, нормально, в принципе. Если выйти на улицу, можно найти за 5, за 4. Думаешь, еще можно найти за такую цену? Угу. В Дубае, особенно есть такие маленькие забегаловки, такие. Будем в Дубае, снимем там видео как-нибудь, прикольно будет. Там очень много таких, ну, не местных мужчин сидит, не местных. А мусульман так, и индусов, работающих здесь, пакистанцы, вот таких вот. Они там кушают, можете смело заходить, никто вас не отравит. Там будет разы дешевле. Ну вот и фалафель там будет, такая вот вся арабская еда. Поэтому вот это вот истина. Такая арабская еда, которую, кстати, очень любят заказывать наши учителя в школу. Вот это вот, да, от нее вы можете поправиться. Особенно если есть там после 6, после 5. Но она сытная, вкусная. Если с утра, вообще классно. Дети на пляж — супер. Дети гулять — супер. В любом варианте это супер. Вот. Такое у нас сегодня видео было про парфюм и про еду. Так, провели прикольный выходной. Ставьте лайки, всего вам хорошего. А мы уже будем кушать, потому что я вижу, что Наташа уже очень хочет кушать. Mm-hmm. Все, всем лайки, пока.